Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку акима Туркестанской области Мирзака Шукеева, сообщается на сайте Акорда. Напомню, 24 августа Шукеев написал заявление об отставке после того, как вступил в силу обвинительный приговор за коррупционное преступление в отношении его подчиненного экс-акима Кентау Дайурена Махажанова. Умирзак Шукеев занимал пост акима с февраля 2019 года. Согласно указу главы государства, рабочее кресло нового главы региона занял Дархан Сатыбалды. С 2013 по 2015 годы он был акимом Шымкента, затем заместителем акима Южно-Казахстанской области. С 2019 работал послом в Узбекистане.